На запись. Окей. Я приветствую наших пользователей, и сегодня у нас человек, который не нуждается в представлении. Человек, который... Юрген Клоп. Юрген Клоп. С бородой. В принципе, я считаю, что это основоположник современной российской спортивной журналистики, человек, который совершил революцию в 90-х, и на место унылого футбольного обозрения пришел просто резвый и бодрый футбольный клуб. И хочу признаться, что я сам, в принципе, по-спортивному вырастал на этой телепередаче. И помню, как я прям, по-моему, это было в 17:30 по НТВ, бежал, чтобы посмотреть эти выпуски. Но вот сейчас вас меньше стало на экранах, и просто интересно знать, какие у вас проекты, чем вы сейчас занимаетесь. Ну, я давно живу на Ютубе, я давно не работаю на телевидении, вот, а с примерно 2018 года, с лета, я просто и не имею особо иных поприщ, вот, я в сущности осваиваю Ютуб, свой канал, как площадку, и это удивительно комфортное состояние, когда работаешь сам на себя. И знал бы я, что так бывает, был бы таким Ютуб года за три, я бы даже просто сам туда сбежал, наверное. Если смелости хватило. Я знаю, что у вас там вы возрождаете футбольный клуб, именно вот как он был. Но это не совсем так. Так, наверное, нельзя сказать, потому что, во-первых, футбольный клуб за долгие годы был очень разным, и самый долгоживущий футбольный клуб – это радиофутбольный клуб, который живет у нас на Эхе Москвы, радиостанция, кстати, за пределами России тоже можно слушать каждую неделю, потому что на Ютубе выкладывается, вот, а в эфир программа выходит каждый понедельник в 11 вечера по Москве. Вот. Но на самом деле просто, если я делал какую-то авторскую программу с мнениями, то это и есть футбольный клуб. Вот, собственно говоря, сейчас он такой, какой есть на Ютубе. Конечно, было бы неплохо разнообразить его видосами, но уж знаете, что есть, то есть. Ну да. Пока вот так. А помимо этого, я знаю, у вас есть какой-то проект, связанный с футбольным любительским клубом. Он продолжается? Да, это проект, в смысле, проектом является его документальная история, такой документалити, разновидность, да, реалити. А футбольный клуб – это не проект, это просто мое хобби. Я содержу любительскую футбольную команду в Москве, она называется «Эгриси». Это довольно нетривиальная компания молодых людей. Мы о ней делаем сериал у меня на Ютубе. Он сейчас тоже прерван из-за эпидемии, потому что не доиграли мы тоже чемпионат, но мы свой точно доиграем. Вот, и, соответственно, вот такая вот есть история. Она, конечно, такая нишевая, но это, можно сказать, мой возлюбленный проект. Любительский футбольный клуб – это просто самое интересное из игрушек, которые у меня когда-либо были в жизни. Очень классно, завидую вам. Вопрос такой, что очень часто вот на нашем форуме, на сайте и вообще среди болельщиков бытует мнение, что комментаторы и спортивные журналисты имеют какие-то свои предпочтения, какие-то свои клубы. Ну, да, конечно. Например, как самый яркий пример, это Орлов с «Зенитом». Уже никому не секрет. Поэтому мы двигаемся в сторону премьер-лиги Ливерпуля. Мне интересно ваше предпочтение, ваше отношение к премьер-лиге, английской, естественно. А какие у вас отношения к Ливерпулю? И вообще, какой у вас любимый клуб, какой вы клуб поддерживаете? Потому что я получил множество разных мнений. Да, он за Реал, да, он вообще не про Ливерпуль, а он вообще Барсаман и так далее. Вот от первых... Вы знаете, я, во-первых, не болельщик. Начнем с этого, чтобы вы понимали. У меня сложная картина любови и разных. И для журналистов это не редкость на самом деле. Вот. Я не болельщик в том смысле, что у меня, вот, по моему пониманию, болельщик – это болельщик Ливерпуля, который, в отличие, допустим, там, от самого любвеобильного мужа, который может посмотреть на сторону хоть раз в жизни, да? Вот. Но болельщик Ливерпуля никогда не посмотрит на Эвертон, на месяцок-другой, чтобы Ливерпуль приревновал. Понимаете, это невозможно. Вот это болельщик. Я в этом смысле совсем не болельщик. У меня симпатии иногда меняются, очень сильно зависит от людей. Ну и кроме того, если вдруг резко какая-то команда начинает играть так, как тебе нравится с детства, то спрашивается, почему же я не могу за нее поболеть сезончик-другой, пока эта блажь из нее не выветрится. Поэтому у меня много предпочтений. В Англии мой любимый клуб, наверное, все-таки Челси. Вот, и это связано с тем, что
Я, в общем, наверное, больше, чем еще любой другой журналист, по крайней мере, из России, присутствовал при том, как Абрамович формировал этот клуб. Разумеется, не абсолютно, не 100%, не по минуту, но это вот просто история, которая у меня в жизни была. Это страшно интересно. Она наделила меня массой впечатлений, массой переживаний. И поэтому, конечно же, я болею за Челси вот после всей этой истории. Но, как я говорил, у меня всегда сложная картина симпатий. Понимаете, вообще, как правило, когда ты хочешь что-то высказать публично, ну, бывают, конечно, разные случаи, но самый частый посыл именно такой. Когда ты имеешь некое оригинальное мнение, то есть мнение так или иначе противопоставленное мнению большинства. Причем я противопоставленное имею в виду, разумеется, не прямо в лоб, потому что это глупость тогда, потому что это делает... Здесь дело в том, что просто несовпадающее мнение, да? А когда мы говорим о мнениях, мы же не имеем в виду, имеем вот в голове правду и ложь, как известно, да? Истине противостоит другая истина, не менее глубокая. Так же и с мнениями. Поэтому, разумеется, самое интересное, самое главное, когда ты оказываешься, ты понимаешь, что ты против себя настроил самую популярную команду, поскольку если ты высказываешь о ней некое нетривиальное суждение, оно всегда не совпадает с мейнстримом, тебя начинают не любить. В Англии у меня такое первый раз прошло очень активно, многолетнее, с Манчестер Юнайтед. Вот, поскольку это была самая обожаемая команда. Обожают люди всегда неадекватно, так или иначе. Вот, их хочется, над ними хочется подшутить. Ну, как, знаете, в фильме «Догма» ангел рассказывает там человеку, что вы даже смотрите, как смешно смотреть на вас, когда вы занимаетесь сексом. В момент максимального обожания, конечно же, человек бывает наиболее беззащитен для шутки, стёбы и так далее. Вот поэтому Манчестер Юнайтед, у меня сложные отношения были всегда. Дело в том, что я не считаю сэра Алекса Фергюсона ни Господом Богом, ни сыном его, ни пророком. Вот, а просто считаю хорошим тренером, и очень даже неплохим, и даже выдающимся, но невеликим. Вот. Поэтому, конечно, делает меня абсолютно врагом. А кроме того, однажды в 99-м году я сказал, что никогда Юнайтед не выиграл Кубок чемпионов, они взяли его через полгода и выиграли. Да. Да, известный спич. Но почему-то, вы понимаете, вместо того, чтобы благодарить меня за это, вместо того, если его сказать, что если ничего не поменяет, то никогда не выиграет. Вместо того, чтобы поблагодарить меня за это, то, что сэр Алекс Фергюсон так быстро все понял, понимаете, что-то поменял, и команда в том же году выиграла Кубок чемпионов. Вместо того, чтобы благодарить меня всегда за этот финал против Баварии, болельщики почему-то думают, что я каким-то образом до сих пор ношу травму в душе по этому вопросу. Вот. И меня всегда об этом напоминает. Это очень трогательная история. Но сейчас, разумеется, в этом отношении я знаю, что я настраиваю против себя болельщиков Ливерпуля, потому что я тоже я ненавижу фразу, она мне дико просто надоела. Это единственное, бывает у меня мотив для ненависти. Я ненавижу фразу «Какой же Клоп крутой?» Вот. Я не считаю его великим тренером, и даже для современности. Я считаю, что он просто хороший тренер. Пока что, по крайней мере. И потому что он очень симпатичен по-человечески, разумеется. Ну и вообще, мне кажется, что Ливерпуль сейчас, как любая, как бы самая главная английская команда в момент времени, она всегда является самой преувеличиваемой, даже если она очень хороша. Ливерпуль сегодня самая преувеличенная команда в мире. Кстати, именно на основании этого я предсказал задолго до этого, как случилось, вылет Ливерпуля от Атлетика в плей-офф Лиги Чемпионов. Я понял. Я думаю, вы не раз были в Ливерпуле и участвовали в комментариях команде и почувствовали этот клуб больше изнутри. Если каждый болельщик считает, что его клуб чем-то является особенным, чем-то отличается от других команд, и порой мы просто не видим нутра других команд и считаем, что наш клуб особенный. Также это происходит в Ливерпуле, есть известный Ливерпуль Уэй. Как вам кажется, существует что-то особенное в Ливерпуле, которое отличает его от других команд? Ну, сами понимаете, я так или иначе российский комментатор был, и поэтому на стадионе Ливерпуля я оказался не когда захочу, а в каких-то очень важных ситуациях, когда мне не жалко было туда послать работать, понимаете? Или мне самому было интересно туда съездить. Поэтому, разумеется, кстати, я был в Ливерпуле только один раз. Два. Разумеется, это, в общем, довольно редкий случай. Вот. Что-то я сбился, в смысле, я начну заново. Короче говоря, у меня
пожалуй, нет благоговения большого перед стадионом, вот, собственно говоря, Ливерпуля, перед Энфилдом. Но я, конечно, помню те переживания, которые там испытал. Это, я там был на выдающемся матче с так называемым голым фантомом Луиса Гарсии, вот, после чего Ливерпуль поехал в Стамбул играть в финал, в общем-то, вместо Челси, как казалось многим, потому что Челси перейти выбил Баварию, выбил, по-моему, я не помню, кого еще выбил Челси. В общем, короче говоря, Челси шел здорово. Но поехал Ливерпуль, и получился этот незабываемый, совершенно фантастический матч. Но я не могу сказать, что все это какую-то ауру воплощается или еще что-то в этом роде. Вот сказали, что болельщики убеждены, многие всегда, подавляющее большинство настоящих активных болельщиков убеждены, что в их клубе есть что-то особенное. Дело в том, что я могу вам просто твердо сказать, что такое это особенное, что есть в вашем клубе и нет в других. Хотите, я скажу? Интересно. Причем вот это будет для болельщиков любого клуба. Это ваше переживание. Это ваше переживание, которое вы испытали, глядя на эту команду. Вы были в этом, безусловно, искренне, понимаете, ради ревности, ради чего-то еще, ради выгоды, за футбольный клуб не болеют. Это довольно простые, не такие сложные, как любовь к женщине. Но это очень искренние переживания. Они так редки в нашей жизни, что вы никогда их не забываете. И клуб, с которым вы вместе это все сделали, проходит с вами в вашу жизнь, представляет с вами родным. Вот это и есть то особенное, что вы вкладываете, что есть в вашем клубе. Это то, что было между вами. Я вас уверяю, все остальное, ну, в частности, вот на Ливерпуле, на Ливерпульском стадионе я был только один раз. И не был, кстати говоря, на Гудисоне ни разу. Вот. А в Манчестере я был, по-моему, раза 3 или 4. Ну, допустим, я чаще бывал в Дортмунде. Я еще чаще бывал на Бернабеу и на Кампноу, но не сильно, понимаете? Вы знаете, просто если ты вот бываешь где-то уже 10-й или 15-й раз, ты понимаешь, что само по себе это место — это просто камни. Камни, там, не знаю, стекла, асфальт. А главное, что ты туда принес. Вот и все. Что у тебя все это вызывает. Но ты это унесешь точно так же с собой. Просто когда ты оказываешься в этом месте, все активируется, наверное. Ну, я вас с вами соглашусь, что да. Я вот как бы... Вот это вот эмоции, которые я испытал, когда начал болеть за Ливерпуль, я начал болеть именно не за камни, а за начинку. А начинка — это болельщики. Да. И меня поразило. Мне просто посчастливилось побывать на финале в Афинах, когда Ливерпуль проиграл Милану. Это был первый матч, и я просто был поражен, насколько любовь к клубу они показывают, болельщики, насколько они заполнили почти всю эту, весь этот стадион, как они болели, как они эти сшитые ручную баннеры вывешивали. Меня это так сильно купило, и это отправная точка вообще в моей, как бы, в моей жизни, считаю. Все перевернулось вот в этот момент. Вот, настолько. Ну вот видите, а вы спрашивали меня про мою команду любительскую, я вас уверяю, что для меня она, да, вот вы спрашивали, за кого я болею, в Англии, где-то еще. Вот моя команда мне, безусловно, дороже абсолютно всех остальных. Я даже не лицемерю и не пытаюсь привлечь ваше внимание особенно к этому. Нет, потому что я с ней живу уже 3 года, я почти не выпускаю игр, и мои переживания, которые, все, что я с ней испытал, это все со мной, большая часть моей жизни. Интересно. Ну, давайте к более насущному, от да, давайте. Духовного. Клопп принял Ливерпуль буквально разбитый. Год как ушел Суарес, который был абсолютным мотором этой команды, абсолютной страстью. Ушло сердце команды Стивен Джерард. И Ливерпуль занимал чуть ли там не, по-моему, 13-14 место, когда был уволен Роджерс и пришел Юрген Клопп. Сейчас до сих пор во многих пабликах, в социальных сетях есть такая фотография, первый стартовый состав Клоппа и подписи «Смотрите, как он начинал». В чем секрет Клоппа, в чем секрет его нынешнего успеха? Как так, что за 5 лет он превратил унылый клуб с историей в грант и грозу всего европейского футбола? Ну, мне кажется, вы преувеличиваете немножечко в данном случае. Очень сгущаете краски в начале. Потому что, ну, давайте, если вы считаете, что Клопп за 5 лет совершил чудо, ну что же, мы будем говорить, что Брэндон Роджерс такой-то негодяй за 2 года уничтожил чемпионскую команду, что ли, да? Почти чемпионскую. Так как же так получается? Так не получается. Нет, Ливерпуль уже находил себя, уже, в общем,
Брежнева снова еще в 97-м, да, потом был неудачный сезон, в результате которого Роджерса заменили. Но вы знаете, Ливерпуль — это команда, которую мало кто принимает в хорошем состоянии, на хорошем месте. Новый тренер приходит, потому что старый не справляется, понимаете? Так бывает. Так чаще всего бывает. Поэтому просто успешный тренер обязан свою команду куда-то поднять. Вот. Мало того, я даже думаю, что, конечно, я не могу сейчас навскидку достать это из каких-то волн памяти, да и не было никакого такого знания. Но вы же понимаете, что когда Клопп, в общем, очень известный европейский тренер, очень популярный, в которого принято верить, вот, значит, Клопп вдруг придет в команду, которая просто на 14 месте. Ну, разумеется, эта ситуация, как это правильно сказать, ушел Суарес, вот, было понятно, что я расстались уже с жертвой, просто не помню, ну, был накануне. Короче говоря, все же просто достаточно. Ты приходишь делать новую команду, и это означает, что есть возможность выбирать игроков. Это великолепные, прекрасные стартовые возможности. Это в данном случае это было не 14 место Ливерпуля. Оно было таким вот мрачным 14, если бы оно было 15 лет подряд 14. Иногда 12, чаще 17, понимаете? Вот тогда бы это было мрачно. Но это сложный момент жизни большого клуба с большими возможностями, когда он готов меняться. Это очень важно. Вот. И это просто это мечта, это очень хорошее положение, позиция для любого тренера. Вот. Поскольку мне доводилось вообще-то с Мурини довольно плотно, вот как раз в основном в период, когда он сотрудничал с Челси, я могу вам сказать, что сам Мурини, хотя он человек чрезвычайно любящий себя, и даже дело не в том, что он себя любит, а просто, ну, он умеет рассказывать, он документирует свои переживания, и он хороший рассказчик, он все запоминает, он объясняет хорошо, сколько он все часа пропустил. Он неоднократно говорил, и потом я сам у него это спрашивал, что он был в Челси в первый свой приход, получился в уникальной ситуации, когда он фактически формировал команду. Ему нужно было никого из команды убирать, в сущности. У него была возможность и необходимость поучаствовать в приобретении там 10-12 игроков. То есть команда делалась на чистом листе, в сущности. Это редчайшая возможность. Поэтому и для Клоппа в данном случае тоже положение всего лишь навсего позволяло ему рассчитывать на то, что многое можно будет изменить, в том числе и кадрово. То есть правильные кадровые... То есть в основном правильные кадровые трансферные покупки... Ну, не совсем. Я все-таки, во-первых, это очевидно, а во-вторых, я говорил немножко о другом. Я говорил, что не таким плачевным было положение команды, и не таким рискованным был шаг Клоппа по приходу в Ливерпуль. А в остальном, ну, конечно, формирование команды, отбор игроков – это очень важно. Здесь не обошлось неоднократно без удачи. Я не очень верю в то, что там Салаха купили по объяснению парня, который вообще не смотрит футбол. Понимаете, это ничего не объясняет. Ну, допустим, есть такой парень. Ну, во-первых, может, этот парень еще 50 раз кому что-то говорил, все это провалилось, да? Во-вторых, опять-таки, понимаете, чтобы менеджер Ливерпуля, уже пришедший в Ливерпуль, вдруг решил поверить человеку, который вот такой странный, экстравагантный, там тоже какой-то путь должен был серьезный пройти. То есть я здесь чудес особенных не вижу и везения. Во-первых, везение, конечно, было, а во-вторых, ну, это просто нормальная, хорошая работа. В остальном же потери, они при нормальной жизни, при нормальном, как бы, понимании дела, это потери те же приобретения. Я помню очень хорошо, это был год перед чемпионатом мира, мы с коллегами Дементьевым и Стогненко делали букмекерский блог на Ютубе. Тогда еще было можно так вот напрямую делать. И как раз вот ситуация, когда из Ливерпуля ушел Коутиньо, казалось бы, главный игрок. Мы даже потом спорили сейчас между собой. Мы делали прогноз на матч с участием Ливерпуля, и я сказал, что без Коутиньо Ливерпулю станет легче. Легче. Потому что с Коутиньо у Клоппа есть магический квадрат впереди, так называемый. Если есть 4 ведущих футболиста, еще и их синергии, то это многовато, старик. Если тренер с идеями, тебе нужна команда, чтобы она была сегодня одна, завтра, возможно, чуть другой, воспринимала бы твои, как бы, распоряжения, была бы гибкой. А если у тебя 4 незаменимых игрока в атаке, то у тебя нет никакого маневра. Это работа для какого-то Кербишли сраного, понимаете? Там приставил оборону более-менее и 2 цепных псов в центре поля, чтобы они за ними бегали. Нет, для этого не работает для Клоппа. А вот выгодно продать Коутиньо, тут же приобрести ключевого человека в оборону, еще и не ошибиться при этом, вот это совсем другое дело. Вот это и придает уже
твоей постройки больше гибкости. То есть, разумеется, это было очень... Да. Клоп больше менеджер, чем тренер. Этого я не знаю. Я не знаю, он, безусловно, может быть менеджером, но, опять-таки, если с одной стороны, с другой стороны, хорошему тренеру, с которым не собираются расставаться, в любом случае прислушиваются при принятии стратегических решений. Но я не это имел в виду совсем. И, честно говоря, я не знаю, как там их обязанности распределяться в Ливерпуле, мне это все равно. В данном случае мы скорее говорим об эпохе Клоппа. Ну, конечно же, он наверняка имел какое-то воздействие, какое-то влияние оказывал на эти решения. Ну, а вот гегенпрессинг, его знаменитый, это раздутая или все-таки у него есть какая-то своя изюминка? Я не вижу никакой особенной изюминки в исполнении прессинга Ливерпулем. С той только разницей, что это очень хорошо отработанный прессинг. Это не нечто новое, это не некое новое ноу-хау. Это, в первую очередь, видимо, здорово объяснил, здорово подобрал футболистов, чтобы кто из них не выпадал. И, наверное, хорошо готовят их конкретным командам. Но прессинг — это, вообще-то, прием, который применяется сотни лет. Сотню, по крайней мере. С тех пор, как нынешняя трактовка правил вне игры существует, имеется прессинг. Вот. В нашем понимании этого слова. Так что, ну... Гегенпрессинг, это там тотальный прессинг перевести, это всеобщий, как бы такой всепоглощающий. Он просто очень удачный. Вот. Но мне представляется, что как Клоп, я уверен, что он достигнет величия, но для этого ему нужно либо больше титулов, одного Кубка Чемпионов мало в карьере для величия, для тренера. Тем более у него уже был проигранный финал. Вот. Или нужна какая-то резкая концепция удивительная. Клоп концепцию в футбол не привносит. Никоим образом. Он очень качественный методист, я так полагаю. Очень хорошо умеет выстраивать тренировочный процесс. Случайно у него команда вот сколько времени без потери очков шла вообще даже в чемпионате, да? С одной ничьей в чемпионате. Это, безусловно, методика работы из недели в неделю. Но он не сделал никакого тактического ноу-хау никогда. Слушайте. Да, хорошо. Да. Хорошо. Мне интересно ваше мнение. Как эксперта. И я, может, ошибаюсь, я не нахожу просто. Ну, у вас опыт других команд. Мы-то, болельщики, больше, конечно, смотрим только больше Ливерпуля, меньше, чем другой футбол. Стараемся, конечно, зачерпнуть, но просто интересный человек, который смотрит со стороны, а не ослепленная любовью клубу, как мы. Нынешний сезон, нынешний успех в Премьер-лиге. Насколько он был ожидаем в начале чемпионата? Насколько можно было сказать с уверенностью, ну, Ливерпуль сейчас попрет, и явно никто 25-очковый разрыв не ожидал. Я не представляю, кто это может предсказать, такие вещи в начале сезона. Но насколько это было ожидаемо, или же могли все подумать, а может с ним случиться, как случилось с Дортмундской Боруссией, когда он в первой половине сезона просто после барахтался в зоне вылета? Ну да, можно было на такого ожидать, но честно говоря, накануне старта Премьер-лиги в этом году мне пришлось много раз отвечать на вопрос, как сложится в этом году чемпионская гонка, как мне представляется. И поскольку у меня не было никакого особенного мнения, поскольку должны были гнать две очень сильные команды, вот, я думал просто, что если там на уровне там, соотношения процентов 57 к 53 да, процентов в пользу кого-то, не больше, я думаю, что, может, как раз Ливерпулю будет сложнее, потому что все-таки команда достигла очень высокой цели, а Сити нет. Вот. И, опять-таки, в данном случае, поскольку требуется почти безошибочное прохождение длинной дистанции, то есть без спадов, трудно было бы так начать. Но это значит, что Ливерпуль прекрасно справился. Вот. А Манчестер Сити наоборот. Понимаете, в остальном же гигантский отрыв, это же отрыв Манчестер Сити. Это не Ливерпуль, а 20 очков больше, чем в прошлом году набрал, а это Сити значительно меньше набрал очков и не оказал по гонке должного сопротивления. Я думаю, что Сити выступил... Во-первых, Сити уже даже в этом году, считая соревнования, к которым оба клуба имеют отношение, трофеев собрал побольше, чем Ливерпуль. Вот. И уже точно останется у Сити больше трофеев, чем у Ливерпуля. А во-вторых, и что существенно, все-таки, вы знаете, ни одна команда, суперклуб не живет без суперзадач. Если в чемпионате нет никаких шансов на то, чтобы бороться за чемпионство, и при этом крайне мало шансов что-то потерять,
Команда будет играть, хоть как-то ее готовит. Команда будет играть через балду в чемпионате, никуда не деться. Вот. В остальных же турнирах Сити больше удачный фон выиграл Суперкубок Англии. Он выиграл Кубок Лиги, совершенно верно, да. Он остается играть еще в Кубке Англии, и он, в отличие от Ливерпуля, еще сохраняет шансы бороться за Кубок Чемпионов. А у Ливерпуля будет один трофей в этом году. Премьер-лига. А международный, ну, да. Вы Суперкубок УЕФА, как бы, и... Это как бы... Это между сезонами немножко болтается, понимаете, это же довеска от предыдущего года. Все, а, это. Ну и чемпионат мира тоже, да, как бы? Чемпионат мира тоже, это, там не участвовали другие английские команды, понимаете? Очень трудно сравнивать Сити по этим трофеям. Мне кажется, вот, можно, я имел в виду, что вот есть четыре турнира, в которых играют и те, и другие. А. Это существенно. Окей. Звезда этого сезона... Но в остальном Ливерпуль образцово-показательно собрал все положенные бублики. Вот. Я думаю, что чемпионат мира среди клубов, будучи европейской командой, очень трудно не выиграть, что показывают последние все сезоны. Собственно, поэтому этот турнир и собирается быть реформированным. Ну да. Две английские предыдущие команды, правда, его не смогли выиграть. Ну, вы видите, как вы считаете. Ну, а вот английские команды очень давно не боролись за этот кубок, понимаете? Это вообще было довольно давно. Поэтому, видимо, это немножко другая эпоха. Ну, черт его знает, короче говоря. И да и финальный матч получился непростым для Ливерпуля. Ну, да. В чемпионате мира среди клубов. Ну, хорошо, как бы то ни было, понимаете? Это не тот трофей, в котором... Бессмысленно сравнивать успешность Ливерпуля и Сити, если Ливерпуля в одних трофеях участвовали, а Сити нет, понимаете? Или наоборот. Ну, так. Ну, я вам скажу, что... Как, если брать уже все эти выигранные трофеи и Сити, и Ливерпулем, там нет такого серьезного ни одного трофея. С натяжкой Кубок Лиги, потому что он более длинный был турнир, а не один матч, два матча. Вы понимаете, в чем дело? Вот все-таки великий клуб, он распознается по дистанции. То есть по тому, как много качественных матчей он всего сыграл за сезон, правда же? Да. Очень важно проходить сезон без спадов. Лига чемпионов, как ни крути, спад позволяет. Да, мы понимаем прекрасно, что если клуб масштаба там, представителя топ-чемпионата не проходит в плей-офф, то это само по себе, это, скорее всего, внутренняя проблема этого клуба. Или крайне неудачная жеребьевка. Вот. Так что, по определению, такие команды как бы начинают с плей-офф, в сущности, да, большой такой путь. А сезон весь длинный. И поэтому то обстоятельство, что, допустим, Манчестер Сити в прошлом году выиграл все внутриалийские турниры, все вообще. Да. Я считаю, что как спортивное достижение, это выше и Кубка Чемпионов в том числе, одного отдельно взятого. Вот. То есть, как Манчестер Сити, в вопросе о том, кто показал себя более классной командой. Вот Ливерпуль добился высочайшего успеха, безусловно, для себя, за европейскую вершину. Тем не менее, я считаю, что Сити после сезона сыграл более успешно. Они бы и в финале Кубка Чемпионов были. Вы же понимаете, что это там вопрос миллиметров был. Вот. Но еще раз говорю, это все не должно стать под сомнение. Ни достижение Ливерпуля в Кубке Чемпионов. В конце концов, кто там в чем проиграл в других полуфиналах, его это не касается. Ливерпуль провел совершенно выдающийся сезон в этом году. Вот. И я думаю, что он должен быть во всех отношениях. Во всех. Только мне кажется, что бессмысленно считать многочисленные рекорды там. По-моему, Ливерпуль обрел только рекорд голов, забитых между 67 и 74 минутами. Все остальные рекорды побил. Все сосчитали, все на свете. Ну да, да. А важно только то, в каком туре ты станешь чемпионом. Вот это действительно твоя история. Ну, к сожалению, непонятно еще, в каком туре это случится и когда это случится. В каком месяце? Мы планировали, что это будет самое раннее чемпионство, наверное, за историю английского первенства. Но, к сожалению, форс-мажор. Да, и в Европе вот ПСЖ раньше вас стал чемпионом тоже. Кто стал? ПСЖ. А, ну да, сегодня. Вот. Да. Ну, насчет этого сезона, как вы считаете, кто сейчас является самой главной звездой Ливерпуля? Есть разговоры, что это Садио Мане, есть разговоры, что это опять же Ван Дейк с его сумасшедшими качествами защитника. Капитан команды Эндерсон, который вдруг стал таким настоящим дядькой. Или же молодой Трент Александр-Арнольд с его сумасшедшими пасами, кроссами и самоотдачей. Салахова не назвали, потому что это нет такого вопроса сейчас, лучший игрок Салах. Или я почему? Вам назвал именно тех, которые вот обсуждаются. Салаха меньше обсуждают в этом сезоне. Обсуждается. Да. Но вы знаете, я за этот сезон очень сравнился с Садио Мане.
честно говоря. И вы сказали звездой, это всегда субъективно. Мане мой любимый игрок Ливерпуля. Я понял. Ну, еще в каком-то смысле Хендерсон. Потому что, конечно, соответствовать Ливерпулю, будучи такой фанерой, очень сложно. Если бы Хендерсон играл в Саутгемптон, никто бы не заметил это. Но он играет, держится, молодец. Я мне все это за это огромное уважение. Очень, это большое... Возможно, вы считаете, что я сейчас вами иронизирую, но, понимаете, на свете очень, даже не три десятка футболистов, которые играют в позиции Хендерсона, лучше Хендерсона. Вот, но, тем не менее, он оказался в Ливерпуле. Он, в его необходимости не возникает сомнений. Просто это не чисто спортивные качества. Вот. Он на месте в этой команде. Но если бы он был другой, просто вы бы не заметили, поверьте. Вот если бы не было... Если бы был Садио Мане, возможно, он бы говорил, вот бы нам такого. А тут бы никто ничего не подумал. Но это только его красит, на мой взгляд. Ну, естественно. Мы и все болельщики постоянно были так немножко с издевкой говорили, какой у нас капитан. Но сейчас вот действительно. Я побывал в этом году на Энфилде и специально следил во время матча с трибуны за его действиями. Готов сказать, что да, у нас появился капитан. Да нет, он молодец, конечно. Молодец. Но я еще раз говорю, вот был бы он где-то, не знаю, в Лестере неубежден. Но он из Сандерленда. Он вообще считается болельщиком Сандерленда. Сандерленд, ну что, конечно, на фоне документального эпоса сейчас, который все смотрели, наверное. Ну да. Да, а какие слабые? Что слабые? Какие слабые позиции у Ливерпуля на данный момент? Ну, мне сложно сказать. Дело в том, что сейчас слабой позицией Ливерпуля является сбалансированность. Потому что сейчас футболисты понимают друг друга настолько хорошо, что очень легко упустить момент, когда это будет недостаточно. В любой системе человек приноравливается, соперники приноравливаются. И рано или поздно это случится, а мне кого-то жалко. Потому что сейчас уже достигнута та стадия, когда каждый игрок стоит, стоит, я имею в виду в футбольном смысле, не только вот сумму своих качеств, но еще и возникает синергия с другими позициями, с соседями и так далее. Mm-hmm. Вот, поэтому вот это самое трудное, мне кажется. А вообще, ну, трудно, не знаю, мне тяжело судить. Я уже сказал, что формально проще всего заменить Хендерсона, если очень хочется. Вот. Но я могу... если вам очень хочется точно ответить, я могу сказать, что, наверное, в Ливерпуле могла быть посильнее позиция второго вратаря. То есть, в принципе, да, я согласен, что Адриан в этом году, в принципе, на его совести вылет из Лиги Чемпионов против Атлетико, но, с другой стороны, он принес победу с Челси на Суперкубке УЕФА. То есть... Тут двояко. Я не думаю, что на совести Адриана вылет от Атлетико, потому что тогда, ну, как может ли быть на совести Адриана отсутствие ударов в створ ворот в первом матче, например, длительное время, или вообще все 90, я уж не помню. Это вряд ли на совести Адриана, правда? Вот. Ну, не, я согласен, но все-таки играют не один матч, а играются два матча. Я очень хорошо знаю Адриана, я помню его дебют, я комментировал эту игру, так уж совпало. Мне нравится этот вратарь, но он, конечно, для Ливерпуля, для того, чтобы вообще быть второй вратарем в большой команде, у него слишком большая разница между хорошим днем и плохим. Ну, поэтому он и второй в команде. А у второго вратаря не должно быть разницы существенной между плохим днем и хорошим. Это у первого вратаря могут быть после 8 спасенных матчей, в одном он допустил ошибку какую-то, и его нельзя судить. А второй вратарь должен, чтобы вот его взяли, поставили и получили ожидаемое качество, понимаете? Когда он, может быть, сегодня великий, а завтра, может быть, так, что лучше внучка у ворота встала, это нельзя. Вот в чем дело. Ну вот на вскидку для примера, кто сейчас такой второй вратарь, который в английском первенстве? Ну, или даже вообще в европейских. Ну, трудно сказать. Я так не могу. Я, во-первых, думаю, что... вы меня прям в тупик поставили, честное слово. Ну, может, вот я, например, может быть, у Сити второй вратарь. То есть там Эдерсон и Браво, как бы. Ну, очень хорошо, что второй вратарь у Челси, Кабальеро. Угу. Прямо идеально. Вот если бы был такой другой, такие и есть. Я имею в виду взрослый, с опытом, уже за 30, который готов сидеть в случае чего. Вот такой был бы в идеале. Идеальным, да, действительно. Но, может быть, какой-то... Трудно сказать. Я еще говорю, тут много разных вариантов решений.
Я все-таки, вы знаете, не хочу разговаривать с болельщиками, с вдумчивыми людьми на важную тему, не обладая энциклопедическими знаниями по такому вопросу. Вот. Вы же меня подловите и будете правы абсолютно. Абсолютно нет. Мы тут не для того, чтобы вас подлавливать. Вот. Да. Какие перспективы у нынешнего Ливерпуля? Станет ли это команда, которая в ближайшие 2-3 сезона будет переть в Англии и пытаться пошуметь в Европе? Или же... Если бы не эпидемия, я бы сказал, что безусловно, да. Но, к сожалению, мы не можем сейчас знать, в первую очередь, вообще, какими будут эти сезоны. Потому что в зависимости от того, как будет развиваться и мировая ситуация, и какой план воплотится по доигрыванию или там отмене оставшихся матчей Англии, это вообще может поменять все. Потому что, понимаете, сейчас так или иначе, с одной стороны, футболисты вроде бы как бы отдохнули, с другой стороны, какой же это отдых? Мы же знаем, что футболисты, как у меня там Робертсон проводил свой отпуск перед тем, как приехать в Ливерпуль, да? Футболисты высокого уровня не отдыхают так, как они отдыхают сейчас. Поэтому потом это все выльется после этой длинной паузы в интенсивный календарь. Сразу же начинается следующий сезон. Вот. Это как минимум требует иного подхода к ротации, наверное. А денег, скорее всего, сейчас ни у кого не будет лишних. Короче говоря, все это настолько сложный вопрос. Здесь очень много неизвестно. Но я думаю, что болельщики Ливерпуля могут быть в этом отношении оптимистичны, потому что все равно стартовые позиции у всех одинаковые. А у Ливерпуля стартовая позиция с гандикапом в чемпионате. Так что можно, в принципе, если не ставится задача максимальная, сейчас ее не надо, я думаю, ее ставить, вот, то можно туром раньше, туром позже, это не важно, понимаете? Угу. Можно то и беречь есть... игроков своих. То есть он можно ротировать состав, не боясь за результат. В принципе, только две победы нужно в ближайшем. Ну, во всяком случае, да, такая опция такая у Ливерпуля есть. Это хорошо для команды. Вот. В остальном же, я еще раз говорю, сейчас столько неизвестных. Изменится трансфер наверняка. Что будет с календарем? Вообще непонятно. То есть абсолютно, от слова совсем. Как вам кажется, нормальное окончание этого сезона? Нормальное, в принципе, что доигрывание, не как во Франции, а проведение всех 38 туров. Это реально в нынешней ситуации? Ну, мне бы очень этого хотелось. Я на этого очень понадеялся. Но я думаю, что если английское правительство примет какое-то решение сродни французскому, я думаю, что лига, скорее всего, доигрываться не будет. Вот. Но будет ли это сделано правительством Англии, я вообще не представляю себе. Я просто не понимаю, как я могу это предугадать. Вот. А вообще, я бы, собственно, посмотрел на окончание этого сезона. Вот. Другое дело, что, опять-таки, мне это бы хотелось. Я же не знаю, вдруг это реально опасно, и нельзя рисковать здоровьем людей. Я не могу оценить все эти вероятности. Но все-таки футбол в Англии – это не футбол во Франции. Это традиции, это все-таки там по-другому, наверное, будет отношение того же правительства. И... Вот я и говорю, я не знаю. Я живу в России. Вот, в России мне очень просто понимать отношение правительства. Оно всегда плохое ко всему, что мне нравится. Вот. А в Англии я не знаю. Я понял. Может, вы слышали, что, опять же, отношение правительства и народа, в принципе, можно затронуть. Было принято решение руководством Ливерпуля, что всех работников клуба, ну, не включая, конечно, футболистов самих, они отправляют на неоплачиваемый отпуск, и по законам, по британским законам, 80% зарплаты им должно было выплачивать правительство, и клуб согласился выплачивать 20%. И поднялся огромный шум, Джейми Каррагер выступил, болельщики, что как это так, клуб с миллионными доходами, английское правительство немного денег, еще и это на них налагают, как вам не стыдно. В конце концов клуб согласился и дал заднюю, и выплачивает сейчас 100% зарплаты неработающим сотрудникам. То есть, как на ваше мнение вся эта ситуация? Правильно поступил клуб? Ну, я согласен с Джейми Каррагером. То есть... Я полностью согласен с Джейми Каррагером, абсолютно. Это нехорошо со стороны клуба. Есть организации и люди, которым помощь гораздо нужнее. Я, конечно, не специалист в области английской жизни, но я убежден, что, скорее всего, так оно и есть.
Вот. Ну, с другой стороны, я понимаю, знаете, я очень спокойно отношусь к каким-то несостоявшимся несправедливостям. В конце концов, огромное количество менеджеров просто на автомате принимают решения, которые способны принести выгоду их компании. Поэтому, ну, если так можно было, ну, что ж не попробовать? Нельзя, но окей, все, мы будем по-своему. То есть и то, что они потом изменили решение, то есть говорит о том, об адекватности этих менеджеров, в принципе. Ну, не самодурно. Я, честно, просто не понимаю этого. Я до этого уже достаточно информирован, но я еще раз говорю. Можно было вполне попробовать, но отозвали решение, и молодцы. Но я еще раз говорю, мне близка позиция Джейми Каррагана. Я понял вас. Английский футбол. Приход, я бы назвал так, новоришество в английский футбол. Это, в принципе... каким-то образом можно сказать и про Челси, можно сказать про Манчестер Сити. Сейчас это вполне может произойти с Ньюкаслом. Это в пользу английскому футболу, это удар по традициям. Ну, это, во-первых, не такое однозначное явление, одномоментное. Потому что новоришество в футбол пришли, но, тем не менее, долгое время они, видимо, думали, что деньги сами играют в футбол. Англия с момента появления, ну, во-первых, Абрамович выиграл Кубок чемпионов не на следующий год и не через два, а через 10 лет после прихода команды. Вот. Вступил период после этого, и даже чуть раньше он наступал, когда было понятно, что лучшим клубом мира английские клубы уже конкуренты только в хороший день. А потом, не сказать, прошло вообще без финалов Лиги чемпионов. Поэтому, понимаете, здесь... А все это время уже были новориши при этом, понимаете? Нет, я думаю, что таким поворотным моментом стало чемпионство Лестера, конечно. Когда клуб, который, с одной стороны, проделал очень хорошую спортивную работу, вот, были собраны очень качественные футболисты молодые и не очень молодые, но недооцененные. Вот, но, тем не менее, клуб точно не самый богатый, клуб абсолютно точно не самый именитый. Клуб с тренером Перестарком, который проиграл в жизни все. Вообще у него был один трофей в жизни. Кубок Испании. Помощь Кубок Италии. Ну, в общем, короче говоря, немного. И при этом ему уже было к 70, понимаете? Нормальный тренер для того, чтобы вместо него пришел какой-нибудь очередной Клоп или Мауриньо, понимаете? Вот. Клаудио Раньери. Uh-huh. Но все это вдруг сработало. Тут они посмотрели, видимо, друг на друга, те, кого называете новоришами, сказали, послушайте, ну, может, тренеров позвать, а? Взяли, позвали тренера, все пошло гораздо лучше. Понимаете, испанская экспансия в мире, она во многом, не только в семье, она во многом подготовлена тем, что именно испанский чемпионат, в отличие от многих других и от других лидирующих чемпионов, именно испанский чемпионат был варевом идей. Потому что только там постоянно работали разные тренеры со всего мира. В Англии работали преимущественно британцы, в Италии, ну, может быть, там какие-то аргентинцы, тем не менее. А в Испании могли работать все. Вот. Короче говоря, вот это очень существенный, мне кажется, момент. Как только в Англии это наступило, моментально футбол качественно, геометрически пошел вверх. Вот. В этом смысле я могу сказать только одно. Конечно, если все-таки появился такой тренд профессионализма, то большие деньги открывают большие возможности, самые лучшие возможности. Для этого нужно понимать, какие возможности лучше. Вот. А сами по себе деньги, конечно, не работают. Сейчас Англия, мне кажется, за последние 3-4 года очень далеко и довольно интенсивно от всех ушла. Вперед, естественно. Да, я думаю, что сейчас клубный футбол английский занимает твердое и очень близко к первому второе место. Разумеется, после Испании. Я понял. В принципе, ну да, есть что-то в этом. Хотя последние два европейских трофея взяли английские клубы. Мало того, два финала разыграли английские клубы. Ну, мало того, если вы помните, я сказал, что наконец-то в этом году, я думаю, что Кубок чемпионов выиграет английская команда. Вот. Посмеялись надо мной тогда в очередной раз. Но ничего страшного. У меня бывают плохие прогнозы, а бывают хорошие. Как бы то ни было, это оказалось не гегемонией, понимаете? Тоттенхэм, как вы знаете, что особенно Тоттенхэм в этом году. Ливерпуль уже вылетел от Атлетико в первом раунде плей-офф. Сити сохраняет хорошие шансы с Реалом. И кто там был четвертым еще в Лиге чемпионов? Челси. Челси был разгромлен в Баварии, да. Вот, видите, Арсенал тоже, в общем, все четыре финалиста прошлогодние
все потерпели крах в этом году, в Еврокубках, я имею в виду, по разным причинам. У Челси состоит новой команды, Ливерпулю при всем том, что, конечно же, мне кажется, что он не повторил бы успех, тем не Ливерпулю патологически не повезло с соперником. Атлетика — это самый опасный соперник всегда для любой команды. Согласен. Вот. Но, тем не менее, это как ни крути, гегемонии это не стало. Позиция испанцев гораздо более стабильная. Кроме того, посмотрите, пожалуйста, сколько играет испанцев в Англии, сколько играет из Британских островов в Испании. Наверное, это говорит о качестве школы. Ну, может быть, еще и тренеры британские тоже не работают в Испании, а испанские в Британии, да? Ну, еще, может быть, заработные платы какие-то, я не знаю. Ну, уровень все-таки. Это неважно. Все-таки, я думаю, какой-нибудь... Я еще раз говорю, главные мозги, которые тратят деньги, они сами по себе деньги. Разрыв не такой уж и большой, на самом деле. Зато у Испании гораздо больше аффилированных с ней футбольных культур. Переезд из Южной Америки в Испанию – это как переезд из одного города в другой, в сущности. Согласен. А вот только далековато. Есть очень много других обстоятельств. Но самое главное, конечно, качество футбола. Пока это так. Но Англия уже очень-очень близка. Хорошо. У меня есть парочку таких вопросов. Они, в принципе, такие быстрые. Про Ливерпуль. Лучший игрок Ливерпуля за все время? О! Ну, наверное, здесь очень долго нужно говорить, выбирать кого-то. Хорошо знать историю. Прям совсем хорошо. Ну, давайте я назову Кенни Далглиша. Обычный. Это как бы... Да. Я обычный. Не буду выпендриваться. Да. Дело в том, что один из первых матчей, вообще, которых я помню, это матч с Ливерпулем и с Далглишем. Это матч в Тбилиси с тбилисским Динамо. Он был проигран 0-3. Вот. Но, тем не менее, было понятно, что приехал один из сильнейших клубов Европы тогда. Просто по Тбилиси тоже были очень сильно. Вот. И я, конечно, не помню саму игру, кроме того, что она была в дождь. И в воротах стоял очень мокрый Рэй Клеменс с обвисшими такими прилипшими волосами к лицу. Вот. Но уже тогда было понятно, что Далглиш крутой футболист, потому что мне все время говорили, мне было много рассказов. Вот. И потом я и сейчас уже посмотрел какое-то количество исторических матчей, поэтому, пожалуй, вот я остановлюсь на нем. Дальше уже был тот Ливерпуль, который не становился чемпионом. Вы сами такое огромное значение этому придаете, что я не могу назвать лучшим игроком за все время человека, который не был чемпионом в Англии, составил Ливерпуль. Был бы некрасиво. Намек на Стивена Джерарда, наверное. Джерард очень милый парень и очень симпатичный, мне кажется, человек во всех отношениях. И очень хороший игрок, ни разу не великий вообще. Ну, я бы поспорил, конечно. А спорить незачем. Я бы его назвал великим. Я стараюсь очень экономно использовать это слово. Может быть, если и так, то да. Лучший матч Ливерпуля хотя бы за последние 20 лет. Ну, послушайте, ну, конечно же, Стамбул. Ну, а как? Это, я прекрасно понимаю, что нужно команду, которая проигрывала 0-3, там поклонник Лобановского скажет, что команда, которая проигрывала 0-3, вообще не может считаться, что хороший матч сыграла. То есть она выиграла его 8-3. Все равно не забыл допускать. Ну, конечно же, это незабываемая совершенно вечер. Это потрясающая вечер. И вот столько там было составляющих самых разных. И как и где этот матч переживал я, где оказались разные мои друзья, потом обменялись впечатлениями, и что вообще произошло. И еще мы все были, конечно же, разогреты очень эмоционально, потому что на разогреве у этого финала выступил финал, в котором ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Нет, но эмоционально это было совсем незабываемо. Все-таки, да, этот матч, этот фантастика абсолютно. Но я бы еще назвал игру Киганского Ливерпуля против Ньюкасла знаменитую. 4-3. Да, ну и еще я, пожалуй, с интересом бы пережил еще раз что-нибудь вроде финала Соловеса. А, ну как, ну, обилие голов, я так понял. Нет, ну еще и то, сколько раз переходило лидерство из рук в руки. И все кончилось в самом конце. Прошлогодний ответный полуфинал с Барселоной? Это было слишком недавно. Это, конечно, круто, безусловно, но... Как-то просто вы заметили, что... я хотел бы посмотреть на Ливерпуль без Мане и Салаха. Тот Ливерпуль был с Мане, но без Фирмино и Салаха.
Это еще, может быть, добавляет к эпичности победы. Да, безусловно. Безусловно. И если вы спросили о моменте, то момент с угловым Трента Александра Арнольда вошел бы. Вот. Но вы спросили про матчи. Ага. Ну, вот как-то у меня так вот фильтр настроился. Мне даже немножко стыдно. Вы, может, будете смотреть какой-то смысл в этом, умолчании об этом матче. Но, честное слово, я никакого смысла особого не вкладывал. Нет. Я подумал и назвал матчи, которые меня очень сильно впечатлили. Нет. У меня матч Ливерпуля с Ньюкаслом 4-3 даже есть на видеокассете. Представляете? На видеокассете ВХС дома есть этот матч. А если начал смотреть? Когда я впервые оказался в Англии, я его первый раз посмотрел, не целиком, в программе, которая была, где показывали фрагментарно матч. Ну, минут 15-20 показывали игры. Вот. И я захотел посмотреть матч целиком. И я из Лондона 97-го года я привез эту видеокассету и много раз ее смотрел. Вот. Поэтому вы понимаете, что у меня этот матч тоже вызывает совершенно особые чувства и неспроста. Ну, понятно. А есть где смотреть сейчас эту видеокассету? То есть существует какой-то аппарат рабочий? Вот, я не уверен в этом. Но кассета есть точно. Я даже у меня на полке книжной стоит. Она у меня как артефакт. Да. Это как у меня выпускной тоже. Видеокассета существует, но где ее посмотреть, непонятно. Вот. Очень такой вопрос интересный. За Ливерпуль играл когда-то Андрей Воронин. Это, в принципе, единственный представитель бывшего Советского Союза, который оставил свой след в этом клубе. Да. Кто, по вашему мнению, из нынешних игроков, представляющих бывший Советский Союз, может заиграть в Ливерпуле? И есть ли такой игрок? Из тех, которые сейчас есть? Да. Там, включаем Мхитаряна и... Не знаю. Ну, Мхитарян, наверное, вряд ли уже. Все-таки уже поздно ему, мне кажется. И он уже поиграл за изрядное количество клубов в Англии. Вот, для того, чтобы рваться туда специально. Зинченко играет в другой команде, которая является серьезным соперником. Вот, и мало того, я думаю, что Зинченко игрок слишком неподходящий для клуба по стилю, как крайний защитник. А в середине поля мне трудно оценить его шансы в Ливерпуле. В России я не очень знаю, кто мог к Ливерпулю подойти. Прям вот совсем. Вот. Трудно сказать. Но я думаю, что как игрок подмены, может быть, чисто теоретически, и желательно пару лет назад, в качестве игрока подмены в Ливерпуле, мне кажется, теоретически могут быть Смолов. Но это потому, что если бы меня спросили наоборот, мог бы Смолов подойти Ливерпулю, я бы сказал, что, конечно, нет. Вы меня спросили, кто из наших игроков сейчас гипотетически мог бы. Я же кого-то должен выделить, да. Мне кажется, что при той сложной игре в атаке, с взаимными перемещениями, с глубокой порой игрой центр-форвард и так далее, Смолов с его комбинационным чутьем был бы теоретически возможен. Я думаю, что можно было бы представить в Ливерпуле молодого вратаря Максименко или Сафонова. Разумеется, не вместо, а наряду с Алисоном. Вот. На второй позиции, о которой мы и говорили, в принципе. Ну, в бригаде, скажем так, да. Вот. Все-таки таким молодым вратарям обычно дают играть, знаете, уже. И там, например, Хендерсона, тоже самое, из Шеффилда. Угу. Ну, кого еще можно чисто теоретически-то смотреть? Ну, знаете, я думаю, что может быть, чисто теоретически Джики можно было бы рассматривать как одного из игроков обоймы обороны. Ну и вообще с Ван Дайком рядом можно сыграть очень большое количество людей. Не думаю, что Джики слабее Ловрена, например, но тем не менее. Пожалуй, это все, что я мог бы из себя выдавить по этой теме. Ну, в принципе, нормально. Неплохо, как бы. Я не ожидал, что прям будет даже больше, чем один, скажем так. А почему, как вам кажется, почему вот игроки из бывшего Советского Союза не смогли? Вот только, ну, в принципе, Андрей Кончельскис, ну и так с натяжкой Смертин, может быть, Харин в свое время в Челси, не смогли заиграть в Англии. Тот же, недавно вы говорили про Андрея Аршавина,
Павлюченко, чего им не хватает? В принципе, у них было все. Почему в Англии вдруг что-то случается с ними? Ну, не знаю. Павлюченко, по-моему, хорошее время в Тоттенхэме провел. И мне представляется, что на том этапе карьеры и вообще потенциалу он вполне состоялся в Англии, мне кажется. Вот. Ну, а кому чего не хватает-то? Ну, так как это, может быть, исторически сложилось, что когда российские футболисты хотели поехать за границу, они преимущественно ехали в Испанию. Так вот легли карты. Не хочу просто перечислять все обстоятельства, они, в общем, достаточно понятны и известны. Вот. А сейчас, я думаю, что сейчас просто мало кто рвется за границу. Да и уровень упал. Нет, я, честно, не знаю, кто мог бы и какое-то нужно объяснение. Мне, например, кажется, что если бы в свое время, а это было чистое стечение обстоятельств, допустим, не в Севилье, а в Англии оказался Киржаков, я думаю, что у него могло бы хорошо получиться. Очень даже неплохо. Ну, вот у меня еще с его мощью, напором и так далее. У меня еще приходит на ум вот Погребняк, он так тоже в какой-то момент он позвездил там Фулами. Или Погребняк, да, совершенно верно. Тоже, наверное, можно было бы, но если в свое время, в правильное время это произошло. Ну, то есть это не какое-то там ментальное или что-то такое. Это не на этом уровне проблемы у... Я не понимаю, что такое ментальная проблема в данном случае вообще. Ну, трудоспособность, трудолюбие. Менее... Вот футболистов. Футболисты, приезжающие в более сильный чемпионат, в любом случае требуется трудолюбие. Где-то же это происходило все-таки. Дело здесь не в трудолюбии, здесь дело скорее в стандартах каких-то, которые уже вырабатываются в карьере. Может быть, футболисты думают, что отдают все силы, а просто он это все силы по меркам того человека, куда он приехал, а тут нужно больше. Вот. Поэтому я думаю, что все в конце концов упирается в класс и в мотивацию, больше ни во что. Менталитет здесь совершенно ни при чем. Хорошо. Ну, в завершение... Тривиально спрошу вас, не велиберусский вопрос. Если Лига Чемпионов будет продолжена, кто победит? Ну, во-первых, просто я не сказал этого по ходу нашего разговора. Я считаю, что будет высшей несправедливостью, если по итогам этого сезона, как бы он ни заканчивался, каким бы образом он ни заканчивался. Я считаю, что Ливерпуль должен быть назван чемпионом Англии. Вот. Ну, разумеется, кроме того единственного случая, когда, может быть, чемпионат возобновится, и теоретически же это возможно, Ливерпуль его проиграет. Вот. А во всех остальных случаях, я считаю, что основка чемпионата не должна препятствовать тому, чтобы Ливерпуль был назван чемпионом. Вот. Что же касается Лиги Чемпионов, то я думаю, что турнир, скорее всего, выиграет Сити. Не Барселона, не ПСЖ. Ну, опять-таки, сейчас картина очень сильно встряхнулась. И какими командами вернутся после перерыва, и когда это случится, представить себе невозможно. Но если бы я не ответил на вопрос, это было бы некрасиво. Поэтому давайте я все-таки скажу, что Сити, вот я так думаю, и все. Хорошо. Спасибо вам большое, Василий. Был рад по общению. Спасибо. Будьте здоровы. Хочу вам отметить, что как-то я услышал, что у вас была мечта покомментировать матч с Карпиным. У меня была мечта поучаствовать в подкасте с Василием Буткиным. Так что... Ну, замечательно. Я рад, что вам поспособствовал. Вот. Желаю вам максимального количества добрых эмоций от Ливерпуля.